Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, я вас очень жду. Сегодня мы с вами приготовим праздничную говядину. Для этого нам понадобится 1 килограмм мякоти говядина, кусок. Так, понадобится для вот маринования 3 столовых ложки оливкового масла, соль, перец молотый и паприка. Перецу нам понадобится 1 чайная ложка, паприки 2 столовых ложки. И для обмазывания мяса понадобится 1 чайная ложка жидкого меда, 1 чайная ложка табаско и 3 столовых ложки кетчупа или томатного какого-то соуса и 1 чайная ложка горчицы. Ну вот и все. Поехали. Мясо помыли и обсушили бумажным полотенцем. А теперь готовим соус для маринования. Вот 2 столовых ложки паприки. Вот. 1 чайную ложку перца молотого, соли 1 чайная ложечка и 2-3 столовых ложки оливкового масла. Размешиваем и обмазываем наше мясо и ставим в холодильник его на 2 часа. А теперь готовим соус для обмазывания. 1 чайную ложку жидкого меда, табаско наливаем, 1 чайную ложку, 1 чайную ложку горчицы и 3 столовых ложки кетчупа. Все размешиваем. Прошло 2 часа, мясо вот мы вынули и теперь обмазываем полученной смесью. А теперь наше мясо прикрываем по льду. Вот. Вот так, чтобы оно тут в соке было. И кладем в духовку, предварительно разогретую, до 180 градусов на 1 час. А за 20 минут фольгу открываем и даем мясу подрумяниться. Прошло 40 минут. Мясо теперь вытаскиваем и раскрываем. И еще 20 минут до румяной корочки. Вот и приготовилась наша праздничная говядина. Мясо проверяем готовность ножом. Протыкаем ножом. Если сок прозрачный, то мясо готово. А если розовый вытекает, ставим еще минут на 10-15. Приятного аппетита!